Ребятки, с вами Минникс, и в сегодняшнем видеоролике мы поиграем в такую замечательную игрушку под названием Fun of Guns. Надеюсь, вам понравится. И давайте начнем. Мы сегодня будем в нее открывать кейс, точнее в ней. Эта игра сейчас, можно сказать, лучший клон CSGO на Android, и она мне очень нравится. И давайте открывать кейсы. Мы сегодня будем открывать бесплатные кейсы. Но вы скажете, что может выпасть с бесплатных кейсов? Ко-ко-ко. А с бесплатных кейсов может выпасть очень и очень-очень всего много. Например, да, я только начал играть. Вот, обычный кейс, смотрите. Вы скажете, что никакой секретки не может выпасть, и что вообще это за игра, но это крутая игра, посмотрите. Тут очень крутые скины, и тут может выпасть охотничий нож Rust. Мы сегодня, конечно же, будем выбывать этот охотничий нож и вот такой вот UMP-45 Акут. И по 90 голд еще. Я не против выбить. И погнали. Первый кейс погнал. Так. И что нам выпадает? А, прилетел хороший скин. Ну, АК-47 Desert. Тоже нормальный скин. Так. И погнали. Еще один кейс. Пожалуйста, остановись. А, блин. 4-1 Forest. Что нам надо сделать на удачу? Я вот так пошевелю экраном на удачу, ребятки. Пошевелю тупо экраном на удачу, да. Вот-вот-вот шевелю. Игра еще, кстати, находится в бета-тестировке. Есть небольшие лаги даже на самых мощных устройствах. И давайте, в общем, зайдем в магазин. Какой магазин? Что я несу? Зайдем в кейсы и продолжаем открывать. Пожалуйста, секретка, приди. Секретка, приди. Секретка, приди. Да, остановись, остановись. Да, да, да. Просто крутой скин на Дигл, Дигл Форс, профессиональное качество, все. Отлично, уже шикарно, ребятки. Все, отлично, просто. Просто шикарно. И давайте еще один кейс. Давай, 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 давай. Блин, немного не долетело. Глоб 18 Apple. Ну ладно, прикольный скин, в общем, мне нравится. Кейсы крутятся, секретки мутятся. И давайте, давай, 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 давай. Что нам удастся? Типа он у меня уже... А, не, это... Да, кстати, прикольный скин. По-моему, у меня его не было, да. Он очень прикольный. Ну, да. Нормальненько. Но у меня есть получше. Давай, 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 давай! Давай! Ай-яй-яй-яй-яй. Аук Ред, я не аугер и не пользуюсь аугом. И еще один обычный кейс полетел. Давай, давай секретку, пожалуйста, гони секретку. Да, остановись, остановись! А, блин. Блин, 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 блин. Ну, ничего страшного, и мы открываем еще один кейсик. И Дигл Форс, в принципе, неплохо. Но он у меня, по-моему, уже был. Давайте посмотрим. Да, Дигл Форс у меня уже был, но все равно очень-очень прикольно. Фух. Давайте еще один кейс. И я еще потом вернусь, еще пооткрываю новый кейс. Остановись, остановись, умоляю. Да, 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 просто офигенный скин. Просто посмотрите, какой он красивый. Вау, вау, еще раз вау. И открываем еще один кейс. Пожалуйста, пожалуйста. Ну нет, ну не фальшивый дизайн. Кейсы. Давайте открываем. Давай, пожалуйста, Hunting Knife. Hunting Knife. Ну нет, ну такой СКР. Блин. Ну окей. И последний кейсик. Ну, не последний, я еще вернусь. Вот. Там секретка пролетела, вы видели? Вау, какой он был красивый. Даже все равно, что выпала какашка, но все-таки. И я вернусь через несколько секунд. И, ребятки, мы вернулись с новой партией кейсов. И давайте их всех откроем. Первый кейс погнал.
Ну, мы, конечно же, надеемся на топовый секретный нож и на UMP-45 и P-90 Gold P-90. И барабанная дробь. Остановись, пожалуйста, пожалуйста. Да, просто крутой скин, посмотрите. Просто вау. Ну, реально очень прикольный скин. Давайте дальше. Что нам нужно, секретка? Давай секретку, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да нет, ну, напиши мне, если она у меня уже была, М4-1 Белц. Давай. Давай. Ну, не это, давай. А что-то нормальное. И в следующем видео, если вы захотите, мы будем открывать самые... Ну, и как... Вы видели, какая красивая была секретка? Просто топчик. Блин. И открываем, давайте. И что нам выпадает? UMP-45 Кэнди. Но спасибо, у меня не было скина на UMP-45. Хотя бы теперь будет. И последний кейс, пожалуйста, выпади что-то хорошее, пожалуйста. Давай, секрет. Секретка, приди. Секретка. Ну, почему? Ну, ладно, спасибо и на том. И в итоге мы получаем вот столько скинов, сколько мы выбили. Да, прикольно, ребятки. И давайте поставим эти скины. Я вообще не понимаю, как ставить скины. Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, потому что я реально не знаю. Типа, лол. Но Рилли, как ставить скины? Персонаж может как-то так, вот. Типа так ставить. Кэнди. Вот, выбрать. Отлично. И Глок Apple. Ха. Понимаете, Глок Apple и Кэнди. Что-то, ребятки, мне подсказывает, что что-то не так. Керамбит, блин, топчик. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки и подписываемся на канал. Всем до новых встреч. Всем пока.